Дорогие друзья, хочу нас всех поздравить с этим событием и поражаюсь тому, какие талантливые у нас люди, вот имею в виду педагогов и, в частности, вот это выступление ансамбля «Мама Джаз». Но, знаете, поразительнее всего, что эта группа является иллюстрацией к моему выступлению. Вот я сейчас попробую вам об этом это показать. Значит, ну так сложилось, что в дошкольном образовании существует как бы таких две фундаментальных традиции понимания того, кто такой ребенок. Ну вот одна из традиций восходит к пониманию ребенка как малоопытного субъекта. Ну вот здесь есть фотография Даниила Борисовича Ильконина, который занимался исследованиями детства, игры и того, как бы, что движет детским развитием. Ильконин был учеником Выгодского. И вот он пишет, что возникает такое положение, при котором развитие производства становится настолько сложным, что ребенок не может непосредственно у него включиться, как в случае с обществом экономически не слишком сильно развитым. И в этом смысле появляется разрыв между деятельностью взрослых и деятельностью и возможностями ребенка. И тогда возникает необходимость как бы ребенка подготовить к этому включению. И появляется вот этот период, который, собственно говоря, и называется детством. Вот здесь я на слайде постарался показать, вот в чем различие, что вот взрослый работает на сложном токарном станке, а ребенок, вот он имеет игрушку каталку и ей занимается. И вот это различие, оно разительно, и оно объективно. Вот следующий автор, вот Алексей Николаевич Леонтьев, тоже, который читал нам лекции, вот он тоже об этом говорит. Фактически, что его идея – это социальный путь наследования. То есть это означает, что если, допустим, у насекомых поведение наследуется генетически, то у человека социальный путь наследования. Ребенок рождается, и он рождается таким образом, что ему необходимо освоить это социальное наследование. И только присваивая достижения человеческого общества, ребенок, собственно говоря, приобщается к человеческим свойствам, способностям. И в этом смысле фактически повторяется та же самая мысль, что ребенок рождается, и он ничего не знает. То есть он в этом смысле не готов к развитию. Вот в связи с этим, вот, допустим, Даниил Борисович Ильконин в своем учебнике по детской психологии писал о том, что вот эти достижения культуры, они являются источником развития. И вот культура – это представляет собой набор таких вот уникальных, как бы идеальных форм или образцов, которые ребенок должен как бы освоить, и только благодаря этому он поднимается до уровня культурного человека. Частично этот процесс получил название социализации. Попробовать что-то. Да.
Вот хочу сказать, что учитель и Леонтьева, и Ильконина Лев Семенович Выгодский, он как бы специально ввел понятие идеальной формы, которую его ученики, в общем, имели в виду. И он говорил о том, что вот носителем идеальных форм является взрослый. И вот Выгодский обращал внимание на некоторый своеобразный парадокс, что когда ребенок рождается, допустим, если мы называем идеальной формой язык, и ребенок не владеет языком в той мере, в какой владеет им, например, его окружение, например, мама. И получается, что одновременно как бы первые шаги в освоении языка ребенка, они представляют собой какую-то несовершенную форму, а язык, которым владеет мама, это уже в каком-то смысле идеальный язык, который ребенок должен освоить. И вот парадокс развития заключается в том, что эти две формы существуют одновременно. И само развитие заключается вот в некотором достижении этого результата, которым владеет мама. Поэтому возникает такое представление о развитии как освоении идеальных форм. Вот эти культурные формы, они как бы представляют собой такие совершенные образцы, которым ребенок должен подражать, и процесс освоения этих образцов, он является важным, потому что, ну, например, язык или система понятий – это очень важные как бы формы, которые человек должен освоить в процессе своей жизни для того, чтобы адекватно взаимодействовать с другими людьми. Ну, так, куда там? И вот возникает такая картинка, что процесс развития выступает как освоение вот этой вот идеальной или совершенной формы. И вообще, вот согласно Выгодскому, движущие силы развития – это вот именно противоречие, как бы, или несоответствие между вот этими двумя как бы вариантами той формы, которая у ребенка сложилась к моменту его появления на свет, и вот той идеальной формы, которую человечество выработало на протяжении там длительного периода своего исторического развития. И вот, собственно говоря, несоответствие между этими формами, оно к чему ведет? К тому, что вот это постепенно, это детское, то, что называется развивающаяся форма, она трансформируется под влиянием идеальной формы и в конце концов достигает как бы уподобления этой идеальной формы. Но это такой процесс, который имеет довольно такое древнее понимание, идущее от Платона, что человек постепенно уподобляется некоторой идеальной форме. Я не буду на эту тему распространяться, но, в общем, здесь это как бы видно. Так. Ну вот, сейчас, подождите, что-то оно... Да, ну вот, здесь есть один нюанс, на который обратил внимание Лев Семенович Выгодский. Он как бы говорил о том, что идеальная форма, она требует обязательно присутствие своего носителя, то есть взрослого, который как бы раскрывает для ребенка вот эту особенность этой идеальной формы. Выгодский даже приводит такой пример, когда говорит: представим себе, что вот вокруг ребенка не стало вот этих вот носителей вот этих вот идеальных форм, то есть генетическая форма как бы предоставлена сама себе, то тогда развитие идет
конечно, происходит, но оно идет странным образом и не достигает того уровня, который связан с взаимодействием с идеальной формой. Ну и вот Леонтьев Алексей Николаевич, он этот сюжет как бы разработал дальше и вот говорит о таком катастрофическом состоянии. Если его так помыслить, то тогда окажется, что люди потеряют вот этих носителей вот этой вот идеальной формы, и тогда человечество, хотя и будет иметь вот эти образцы, но поскольку некому будет о них рассказать, уровень развития человечества резко снизится, и человечество, развитие будет замедлено. Поэтому возникает такая точка зрения, понимаете? Ну вот, сейчас попробуем еще раз переключиться. Да, вот. Возникает такая точка зрения, что взрослый выступает как бы посредником между ребенком и вот этой идеальной формой, и фактически он становится высшим существом, который знает, что и как нужно делать ребенку. И в этом смысле взрослый является как бы владельцем этой идеальной формы, контролирует этот процесс, и у него есть все основания управлять действием детей. Понимаете, я хочу это подчеркнуть, что взрослый действительно много чего знает, он представляет эти достижения человеческой культуры ребенку, и в этом смысле взрослый является, ну как бы, выступает в роли такого высшего существа. Другое дело, он может это показывать или не показывать, но как бы на самом деле взрослый всегда знает, и обычно родители говорят, там, подрастешь, поживешь с моё, тогда там можешь делать то, что захочешь. Вот. И вот, собственно говоря, возникает вот это вот особое такое пространство, который Выгодский называл зоной ближайшего развития, в котором помещается вот эта идеальная форма, с которой взаимодействует вот это ребенок генетически, так сказать, вот эта первичная форма. И в этом пространстве, зоне ближайшего развития, где встречаются вот эти две формы, идеальная и первичная, взрослый становится главным. Он, естественно, отбирает образцы, там, показывает способы действия, контролирует освоение. И весь стиль общения ребенка и взрослого, он может проходить как бы в разных формах, но его содержание – это некоторое инструктирование ребенка, как нужно правильно делать. И вот посмотрите, вот здесь вот на фотографии, как правильно держать ручку, как правильно писать буквы и так далее. То есть некоторое инструктирование. И откуда это идет? Это идет вот из этой самой идеи того, что взрослый является носителем этой идеальной формы. Возникает вопрос, как бы, ну а что будет, если этого не делать? А если этого не делать, то тогда, понимаете, тогда окажется, что ребенок будет не вписан в культуру. Он как бы будет вне культуры находиться. И это серьезная проблема. Поэтому я еще раз хочу сказать, есть все основания для того, чтобы обучать детей и осваивать вот это идеальные формы, эти содержания. И чем больше ребенок освоит их, и чем раньше освоит, тем как бы он более включен в культуру, как бы вписан в эту культуру. Но вот здесь возникает одна проблема, которая заключается в том, что вот освоение образцов, оно как бы может рассматриваться как освоение готовых схем, которые навязываются детскому сознанию и которые ограничивают
как бы способы мышления детей. То есть фактически ребенку навязывается некоторая сетка, через которую ребенок должен смотреть на мир. И эта сетка определяет содержание его будущих продуктов. И вот здесь возникает проблема, опасение, связанное с опасением ограничений творческих возможностей детей. И не только детей, но и человечества в целом. Вот я хотел бы, чтобы мы об этом задумались и постарались как бы понять, нужно ли детям осваивать вот эти культурные образцы. Конечно, нужно, куда же деваться. Но возникает проблема. Если мы осваиваем эти культурные образцы, мы получаем как бы некоторые готовые схемы? Конечно, получаем. То есть получается, что у нас в процессе развития ребенок постепенно как бы приобретает определенное направление движения. Но здесь мы сталкиваемся еще с одной проблемой. Эта проблема довольно такая серьезная, на мой взгляд. Она заключается в том, что те образцы, которые ребенок осваивает, они уже в человечестве, у человечества, в человеческой культуре существуют. То есть это то, что уже человечество в каком-то смысле прошло. Оно уже это освоило, это уже есть. И поэтому эта культура является репродуктивной. То есть я хочу подчеркнуть, что в зоне ближайшего развития мы можем говорить, что ребенок индивидуально там что-то такое делает и творит, но объективно он осваивает то, что уже есть. Хотим мы этого или не хотим. То есть то, что уже в культуре существует. То, что в культуре многократно повторяется. Вот посмотрите вот на эту картинку повнимательнее. Вы видите, там повторяются одежда, люди выстроились в очередь. Сама ситуация покупки билета повторяется. И так устроено общество. То есть репродуктивно мы фиксируем такие ситуации, в которых мы оказываемся, которые происходят многократно, и мы действуем в них как бы на таким некоторым стандартным образом. Когда мы ходим в музей, мы говорим: «О, вот эту картину я знаю». А вот эту еще я не знаю, но в культуре она известна. Я ее буду знать, и я всякий раз, когда ее увижу, я буду опять повторять. Да, это такое. Такой автор, такое стихотворение и так далее. То есть, понимаете, получается, что репродуктивность культуры – это обращенность в прошлое. Вот сегодняшнюю лекцию нам там читали утром. Так, сейчас еще раз. И тогда что происходит? Происходит любопытная ситуация. Оказываясь в стандартной ситуации, подчиняясь принятым правилам, ребенок как бы превращается в социальную единицу, индивидуальность которой не востребована. Ну, как правда, ведь когда вы покупаете билет, допустим, в метро, никто же не интересуется вашей индивидуальностью, и моей в том числе. В лучшем случае интересуется, есть ли у нас деньги, чтобы оплатить проезд. Вот. И в этом смысле так устроена культура, понимаете? Она по-другому не может быть устроена, но это уже другой разговор. Это более сложно. Так вот, в культурной ситуации... Так, еще раз. Ага. Возникает вот эта репродуктивность. Хочу сказать, что дошкольная образовательная организация, она фактически точно так же репродуктивна. И вот я привожу пример исследователей, известных в этой области, которые говорят, что в дошкольной образовательной ситуации существует свой стандарт, и этот стандарт, как бы, он репродуктивен, и создается определенный репродуктивный тип взаимодействия.
И не просто определенный тип взаимодействия, но определенный тип нормирования ребенка. То есть ребенок становится как бы соответствующим стандартам, которые на него накладывает дошкольное образовательное учреждение. Ну вот мы здесь видим картинки. Я пытался там посмотреть. Но здесь видно, что вот все дети поднимают ручки, или там все дети сидят за столом. То есть как бы у нас есть ну, какие-то два таких стандарта. Либо дети сидят за партами, вот как на первом рисунке, либо они сидят за одним общим столом, либо на полу. Ну, тут разные варианты, но социальный стандарт как бы существует. Так. И отсюда вот возникает вот этот взгляд на ребенка, как бы, который является в каком-то смысле продуктом репродуктивной системы, которая обращена в прошлое. И эта традиция, вот я хочу подчеркнуть, она идет еще от самого Платона. Так. Ну и как же нам переключить? Ага. Вот. Понятно, что существует как бы такая интенция и о том, что мы развиваем творчество, что развитие креативности – это безусловная ценность и так далее. Но если мы посмотрим практику дошкольного образования, то возможность поддержки инициативы, она не всегда реально возможна у детей. И вот Ольга Александровна выступала, она говорила, что когда дефицит среды, предметный дефицит освоения методик и много детей, тогда довольно трудно как бы поддержать вот эту креативность. И тогда возникает вот такая проблема. Как же быть с этой креативностью? Вторая точка зрения, вот она меня как бы радует, заключается в том, что по своим возможностям ребенок выше взрослого. И вмешательство взрослого в процесс детской активности нежелательно. Как бы взрослый призван обеспечить, ну, как бы поддержку ребенка и его максимальное взаимодействие с вот этой вот средой. Вот здесь вот рисунок ребенка, которому 3 года. Это рисунок, который поставил всех исследователей в тупик, что с этим ребенком делать. Вот. Но, тем не менее, он говорит о том, что возможности детей очень большие. Поэтому вот возникает проблема, что же делать с этими детскими возможностями. Так, ну-ка. Так, и вот здесь есть такой детоцентрический подход, который развивается по линии поддержки детской инициативы. Подход вот находит выражение вот в проблеме оценки качества. Вот Ольга Александровна, как представитель этого, уже сегодня выступала. А качество воспринимается по результатам анализов среды. Так. Ну вот, возникает вопрос, действительно ли предметное богатство среды является гарантией развития детского творчества? Ну, здесь вот я хочу обратить ваше внимание на то, что предметно-пространственная среда, она является одновременно и носителем вот этих стандартов, как бы, и в этом смысле она репродуктивна. Но и если как бы ребенок будет ее как-то по-своему использовать, то тогда появится возможность, наверное, и креативности. И возникает такое, такая проблема, как нам оценивать вот эту предметно-пространственную среду. Ее можно оценивать как некоторое пространство возможностей. Но возникает вопрос, если мы предоставим ребенку возможности, это гарантирует, что он будет как бы развиваться творчески и креативно?
Вот как, я здесь очень в этом плане сомневаюсь, потому что этого недостаточно, а нужно, как бы, чтобы ребенок почувствовал, что он находится в этом пространстве возможностей. И вот в этом смысле и мы вводим вот эту вот идею пространства детской реализации. Вот почему пространство детской реализации, а не просто реализация? Так, сейчас я пытаюсь переключить. Вот пространство детской реализации – это пространство, в котором ребенок попадает, если он туда попадает, и он понимает, что это пространство, в котором он может себя проявлять. Ну, но это не значит, что он там будет совершать какие-то безумные действия. А он может проявлять себя в том плане, что он будет заниматься творчеством, но просоциальным, а не асоциальным. Понимаете? И в этом смысле взрослый как бы поддерживает ребенка, и он пытается понять, что ребенок может сделать или что он хочет сделать, в чем его инициатива и, собственно говоря, в чем заключается то, что называется услышать голос ребенка. И тогда вот если ребенок начинает понимать, что есть такое пространство, в котором его голос будет услышан и в котором ему помогут реализовать его замысел, и не просто реализовать, а еще предъявить себя в качестве вот этого автора собственного действия, еще это будет социально значимо, то тогда окажется, что ребенок будет двигаться в этом пространстве. Мы это проводили на исследованиях, и мы это увидели. И отсюда я уже заключаю как бы свое выступление следующими как бы утверждениями, что ребенку нужно осваивать культурные образцы. И в этом смысле система занятий необходима. Она не должна закрывать все пространство. Но кроме того, нужно и создавать вот это пространство детской реализации. И теперь возвращаюсь к вот этой маме Джаз. Понимаете, вот тут парадоксальная вещь. Это педагоги, которые освоили вот зону ближайшего развития, они специалисты в своей области. Но кроме того, они существуют в пространстве реализации, они поют свои песни, где они себя предъявляют публике и так далее. И вот мне кажется, что эти два пространства, они характеризуют такое успешное развитие детей. И это задача дошкольного образования – создавать эти два пространства. И пространство культуры, и пространство вот самореализации или реализации. И вот зона ближайшего развития в этом смысле и пространство детской реализации, они противоположны друг другу по своей сути. И педагогу для этого нужен особый тип мышления, чтобы уметь увидеть эти пространства. Это не так просто. Ну все, спасибо. Thank you.